Касым-Жомарт Токаев посетил столичный центр поддержки института семьи Жануя. Главу государства ознакомили с деятельностью организации. Работает учреждение по принципу одного окна. Семьям оказывают юридические, психологические и социальные услуги, а также дают консультации по различным вопросам. Президент пообщался с участниками проекта «Каспер Ана». Создавать подобные центры нужно во всех регионах Казахстана, отметил Касым-Жомарт Токаев. Благодарю за начатую работу, конечно, это только начало работы, еще впереди очень-очень много дел. Но, как говорится, первый шаг всегда очень важен. Что касается государства, в частности, Акимата, то поддержка будет оказывать. У вас есть свое здание, работайте, держайте. В нашей стране людям, которые хотят работать и ищут дорогу к успеху, они эту дорогу всегда найдут. Дорогу к семье.